وفيه أيضا مسألة مهمة. То есть в этом также есть хорошо, то есть очень важная тема. وهي أن حسن المقاصد لا يغير من الحكم الشرعي شيئا. Здесь, братья, очень важное также указание, то, что, братья, праведное намерение ни в коем случае не меняет шариатский хукм. Если человек любит Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, и из этой большой любви идет и молится 16 молитв в день вместо 5 молитв в день. Что мы этому человеку скажем? Что его праведное намерение ему поможет или не поможет? Не поможет. Мы скажем, что этот человек заблудился, ошибся, хорошо? هؤلاء لهم مقصد حسن ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر مقاصدهم. Поэтому эти люди, которые попросили у пророка алейхиссалату вассалям это дерево, у них хорошее намерение было или плохое? Хорошие, они желали хорошего, они вышли с ним на джихад и желают, чтобы и наши мечи были острее, чтобы и у нас был баракат, и доспехи наши сильнее были и так далее и тому подобное. Но, хорошо, то есть они сказали скверные вещи, но желали этим блага. И пророк, алейхиссалату вассалям, посмотрел и сказал, ну они же хорошего хотели, ладно, давай сделаем им дерево, а потом я им объясню и так далее. Или же сразу, то есть прервал братья сразу же, хорошо, то есть, как говорится, на корню зарубил это, субхана, что вообще никаким образом, никакой ширк ни в коем случае. بل أنكر هذا, то есть запретил им это посланник, алейхиссалату вассалям, لأن الوسائل التي تفضي إلى المحاذير ممنوعة, потому что все те средства, которые приведут тебя к чему-то скверному, запретному, являются запретными, то есть запрещено, ни в коем случае нельзя. Если человек придет в магазин, хорошо, оружие, и скажет, самое бесшумное у вас, какое мне вот человека одного убить нужно, то есть или же человек ножи, например, ножами торгует, можно или нельзя? Можно. Или же кухонными ножами. И придет к нему человек, скажет, это все кухонные ножи, хорошо, но мне нужно одному там, этот самый, как говорится, в глотку засунуть этот нож, хорошо, ты мне скажи, какой лучше. Можно продавать ему или нельзя? Или же придет тебе, хорошо, то есть человек от ликероводочного или же там виноводочный завод, у тебя хочет тонну винограда купить. Можно продать или нет? То есть нет, в таком случае, ни в коем случае нельзя, хорошо? То есть если ты знаешь, что это, то есть это средство, хорошо, но в основе своей дозволено торговать ножами или нет? Дозволено. Можно торговать виноградом или нет? Вообще никаких проблем, то есть это фрукт. Но если ты четко знаешь, то есть у тебя нет никакого сомнения, что к тебе пришел человек и говорит, дай-ка мне, я вино сделаю из этого винограда, у тебя сорт хороший. Можно продавать или нет? Нет, потому что это станет средством, хорошо, то есть к чему-то плохому. صحابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل السيف للجهاد ما قصد إلا الخير هو ومن معه ومع هذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم. Посмотрите, это сподвижник из числа сподвижников. У него меч в руках, отправился на джихад. Желает он и те, кто с ним, только благо. И вместе с этим пророк алейхиссалату вассалям разгневался, когда услышал эти слова. وجعلها مثل مقالة بني إسرائيل, сказал, что это одинаково, то есть то, что вы сказали, и то, что сказали иудеи в свое время Мусе, это одно и то же сказал. فدل على أن المقاصد الحسنة لا تبرر الغايات السيئة أو المنكر. Поэтому, братья, здесь указание на то, что какие-то хорошие праведные цели ни в коем случае не дозволяют, хорошо, то есть любые вещи, то есть хорошо, то есть какие-то, да, то есть да, как говорят ихвануль-муслимин, что цели оправдывают средства. Говорят, мне нужно быть в парламенте для чего? Для того, чтобы, то есть в итоге я хочу привести эту там страну к шариату или же братьям своим облегчить, или же как некоторые говорят, я сейчас если с имамства уйду, а что будут делать братья там и так далее? Ах, альхамдулилля, как говорится, без сопливого солнца светит. Мы без тебя справимся. Ты давай, то есть ты нам нужен как хороший салафит на сунне. Какая нам от тебя польза, когда ты ходишь и кшаешься с матуридитами, с ашаритами и так далее и тому подобное, желая этим что? То есть если я отсюда уйду, вообще салафитов не останется среди имамов. Какой ты салафит? Где твоя салафия, субхану? То есть это не салафия, это не сунния, хорошо? То есть поэтому человек, братья, цели ни в коем случае не оправдывают средства. Какие бы у тебя праведные цели не были, мы смотрим на средства. Подобно тому, как человек, которого цель возвеличивания Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, хорошо, то есть возвеличивание слова его, распространение его религии, и он что делает? Берет и ДПСников начинает просто так убивать направо-налево, говоря, что это слуги тагута. Что мы скажем этим людям? Скажем, заблуждение, субхану, и его праведные цели, его добрые намерения и так далее, ни в коем случае его не оправдают. Я хотите, на каком основании, на каком праве ты начинаешь, то есть такие вещи делать? Это заблуждение, субхану, это называется терроризмом. То есть это ни в коем случае не дозволяет ни Аллах, субхану, ни его посланник, алейхиссалату вассалям. Или же когда люди себе, то есть Аль-Каиду там, или же ИГИЛ и так далее, эти вещи, субхану, делают, собираются вместе, кучка и так далее, начинают направо
направо, налево головы резать и так далее. Мы говорим этим людям, это заблуждение. И не, тебе не дозволил этого ни Всевышний Аллах, субхан таля, ни пророк, алейхиссалату вассалям, нет у тебя на это никакого довода. И приходят люди, когда ты порицаешь их и говоришь, что они собаки ада. Брат, зачем ты так говоришь? У них же хорошие намерения. Аллаху акбар. Хорошие намерения. Иди скажи хорошо родителям тех детей, которых они перерезали, переубивали. Иди им скажи про их хорошие намерения. И тогда мы посмотрим о их хороших намерениях. Аллаху мустаан. وفيه أيضا القاعدة العظيمة وهي خطورة التشبه بالكفار والمشركين لأنها تؤدي إلى الشرك. Здесь также, братья, важное очень правило, что ни в коем случае не дозволяется уподобляться кафирам и многобожникам. Почему? Потому что это приводит к ширку. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تركبن سنن من كان قبل من قبلكم وهذا فيه أيضا Алямун мин алямин нубуа. То есть почему? Потому что это приводит к ширку. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, вы непременно последуете обычаю тех, кто был до вас. И в этом, братья, также указание, то есть на пророчество Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Фаинна набия, саллаллаху алейхи вассалям, ахбара маиннаху фил мустакбали саякуну фил муслимина ман юкаллиду лькуфар. Ва хаза вакаа кама ахбара, саллаллаху алейхи вассалям. То есть так как пророк, алейхиссалату вассалям, сообщил нам о том, что в будущем появятся люди, которые будут уподобляться неверующим, и оно случилось так, как он и сообщил. تقليد الكفار الآن على قدم وساق إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وهذا خبر معناه التحذير وليس مجرد خبر. И то есть уподобление кафирам, оно, братья, имеет место быть, хорошо, и очень даже среди мусульман, то есть мусульмане очень-очень сильно уподобляются кафирам, субхану, что некоторых мусульман ты когда увидишь, валлахи, не отличишь его от кафира, субхану, лиату биллах. И это, братья, сообщение, то есть это эти слова пророка, алейхиссалату вассалям, не означают просто сообщение о том, что будет такое, а это предостережение от этого. Потерпите, если страница еще вот даже, ну вот это только осталось. فهذا الحديث فيه التحذير من التشبه بالمشركين والكفار في أفعالهم وعاداتهم الخاصة وتقاليدهم وطقوسهم. Поэтому этот хадис, то есть в нем указание на то, что ни в коем случае нельзя уподобляться многобожникам, кафирам в их деяниях, в их обычаях каких-то или же, то есть и так далее, то есть в их каких-то празднествах и так далее. أما الأمور المباحة فلا بأس بالأخذ بها نأخذ من المشركين الخبرات المفيدة ونأخذ منهم البضائع. А что касается дозволенных вещей, то нет проблем брать их от кафиров. Как, например, если мы берем их какие-то полезные, то есть они, например, какие-то, то есть, как называется, не услуги, ктишафат, как на русском, субханаллах. Да, технологии, то есть, или же какие-то, то есть, когда вещи, то есть, они придумывают, что вот это можно сделать, так можно сделать и так далее, какие-то советы полезные, или же какие-то, то есть, товары. Нахуду минхуму ль-аслиха, или же оружие. Хави умурун кэнат фил аслина. Почему? Потому что все эти вещи в основе своей созданы для нас. То есть эти вещи созданы для нас. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Говорит, скажи, кто запретил украшения или же, то есть, те, то есть, красоты от Аллаха Субханаху ва Тааля, которые Он, то есть, вывел специально для своих рабов и благое имущество. Кто запретил его? Хорошо, говорит, скажи, что поистине, то есть, это все принадлежит, хорошо, то есть верующим, это все для верующих, и особенно в судный день. То есть судный день будет только для верующих. На этом свете тоже все эти блага и так далее, все это создано для верующих, для мусульман. Аллах Субхану Тааля создал это. И шейх поэтому дальше говорит: «Хадихи ль-манафиъ фил асли ли-муслимин». В основе своей это все создано для мусульман, как об этом сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля. «Валякин лямма такасаля ль-муслимуна ахадаха а'адахум». Но когда мусульмане начали проявлять лень, хорошо, лениться, то есть не изучать, не делать и так далее, ничего. Хорошо, то есть тогда враги мусульман, они взяли это себе, начали сами разбираться, развиваться и так далее и тому подобное. فَلَا مَانِعَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَأْخُذُونَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْمُفِيدَةِ وَلَيْسَ هَذَا مِنَ التَّشَبُّهِ. Поэтому эти полезные вещи, нет проблем, если мусульмане будут брать, хорошо, то есть это не будет уподоблением им. إِنَّمَا التَّشَبُّهُ هُوَ تَقْلِيدُهُمْ فِي الْأُمُورِ الَّتِي لَا فَائِدَةَ مِنْهَا وَلَا قِيمَةَ لَهَا أَوْ الْأُمُورِ الَّتِي تَدْخُلُ فِي الْعِبَادَةِ وَالْعَقِيدَةِ وَالدِّينِ. Но, то есть, как что запрещено? Когда человек, то есть, уподобляется им и слепо следует им в тех вещах, в которых нет никакой пользы. Хорошо, прическу берет каферскую, какие-то вот эти вот молнии вот здесь там, или же когда посередине у тебя там, как субхана, как петушок, хорошо, а здесь, то есть, нету иракез, не иракез, даже вот сейчас то, что вот это вот, я не знаю, петух называется, на Аллаху алейкум, или же еще что-то, то есть. Да, или же сережки там, например, и так далее, и тому подобное. Алия билля. То есть эти вещи, субханла, ни в коем случае, то есть не являются, никакой пользы в этом нет, и это просто уподобление кафирам, алия билля. Или же какие-то там их формы носить, или же их одежду носить, и так далее, и тому подобное. Поэтому те, кто говорят
или же порицают людей, которые отращивают бороды, какие-то длинные одежды носят, говорят, вы арабам уподобились, в то время как сам в кафирских одеждах ходит, валиату билля. А? Мужчине? Женщине дозволяется, но только нужно будет скрывать те места, которые она, то есть если проколола и так далее, что-то сделала. Хорошо, то есть поэтому, и особенно, братья, ни в коем случае не дозволяются те вещи, которые влияют на убеждение человека, на вероубеждение человека. Тамам. Говорит шейх Фаузан, قد يقال أنتم تحرمون التبرك بالأحجار والأشجار والقبور في حين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بريق النبي صلى الله عليه وسلم وشعره ووضوئه أليس هذا تبركا بمخلوق. Говорят некоторые, вы запрещаете, хорошо, то есть желать бараката от каких-то деревьев, камней и так далее и тому подобное, в то время как вы сами рассказываете о сподвижниках, которые брали волос пророка, алейхиссалату вассалям, или же, то есть, остатки его омовения, или же даже, то есть, его, то есть, слюну и так далее. Разве это не является табарруком, творениями Аллаха субхану ва тааля? Является или нет? Что им скажем? Это присуще. А? Что это, да, это касается только одного посланника, алейхиссалату вассалям. Почему? Потому что пророки и посланники, мы сказали, что они сами баракатны, и их тело баракатное. И все то, что с их тела спадает, также баракатное. فالجواب عن ذلك, то есть и ответом на это будет أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمن فصل بين جسده لأنه مبارك. То есть это касается только одного пророка, алейхиссалату вассалям, и то, что отделилось от его тела, потому что он весь является, то есть баракатным, как его пот, например. Мы говорили, что его пот пах как миск, и был даже более того, то есть даже они рассказывают сподвижники, что не было такого приятного запаха, как хорошо пот посланника, алейхиссалату вассалям. То есть и это, братья, мы обсуждали это поподробнее также, что это нет никаких проблем в этом. Хорошо, то есть подобно тому, как когда какое-то насекомое понюхает цветы и потом вырывает тебе, и это бывает медом, хорошо, ты кушаешь и радуешься жизни, хорошо. Поэтому в чем проблема, чтобы тот Господь, который создал такое насекомое, который может прекрасный лечебный мед, хорошо, то есть отрыгивать, в чем проблема, чтобы когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, который намного лучше, чем пчелы, и намного баракатнее, чем любой другой, хорошо, то есть чтобы его пот был приятно пахнущий, чтобы его слюни не были какими-то, то есть противными и так далее и тому подобное. То есть это Всевышний Аллах, субхану тааля, который создал такого посланника, алейхиссалату вассалям. Это мы все говорили уже. فإنه يتبرك به أما التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لم يرد حتى مع أفضل الأمة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين بالجنة وأصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان. Тамам. Говорит, это касается только одного пророка, алейхиссалату вассалям. Но неизвестно, чтобы кто-то делал то же самое с лучшими из этой общины, а это кто? Абу Бакр, Умар, Усман, Али, 10 обрадованных раем, те, кто участвовали в битве при Бадр, те, кто, то есть, дали присягу, хорошо, то есть, Рудуан, Баяту Рудуан и так далее. Ма зукира анна аль-муслимина кану йатабаракуна бихауля ля бирикихим ва ля биаракихим ва ля бишуурихим. То есть поэтому ни в коем случае не пришло, то есть такое, что мусульмане какой-то, то есть желали баракат от них, трогали их там, потом их обмазывались и так далее и тому подобное. Ничего такое не пришло. Фат табарруку ля яджуз. Поэтому в основе табаррук не дозволяется. Это харам. То есть искать, желать бараката от чего-то харам. Пока у нас не будет четкого довода на дозволенность чего-то именно. И опять же в рамках шариата, не выше этого. «Ля биль ашджари ва ля биль ахджар». Более того, братья, сюда даже заходят шутки некоторых братьев, когда кто-то, как будто бы, машалла, то есть праведный, или же помолился, и говорят, братья, о, машалла, машалла, и начинают его трогать, хорошо тереться об него. Это шутка. Хорошо, но, субханаллах, неужели ты не нашел ничего другого смешнее, чем ширк, валияду билля? То есть шутки с ширком, которые связаны, то, братья, очень опасно. Поэтому человек должен... Не, оно нет проблем, пахнет хаджем там и так далее, то есть нет проблем. Но именно трогать человека в шутку, некоторые улыбаются и говорят, о, давай, вот у нас праведник там и так далее, начинают вот так где-то, то есть это страшное дело, и даже в шутку такие вещи. Субхана, неужели ты не нашел ничего, как мы говорим, смешнее, чем смеяться над религией Всевышнего Аллаха, субхану тааля, смеяться с ширка, субхана, эта вещь выводит тебя из ислама, чуть-чуть не доглядишь в своем намерении, в ширк впадешь, валияду билля. И потом, что ты будешь судный день делать, просто потому, что ты хотел пошутить, посмеяться и так далее, стоило ли оно того? Аллаху мустаан. А вот хаджи говорят, хаджи там. Хаджи это беда, нет такого хаджи понятия. Ля биль ашджар, ва ля биль ахджар, а? Ля биль ашджар, ва ля биль ахджар, ва ля биль ашхас, ва ля биль худжрати ан-набавия. Поэтому нельзя брать табаррук, то есть ни деревьями, ни камнями, ни какими-то людьми, ни, то есть, комнатой пророка, алейхиссалату вассалям, ва ля бикабри ан-набии, саллаллаху алейхи вассалям, даже могилой пророка, алейхиссалату вассалям. Куллю хаза ля яджуз. Все это не дозволяется. Лянна хазихи умурун лям такун мунфасалатан ан ан-набии, саллаллаху алейхи вассалям, ва лейсат мин джасадихи, фаля будда ан-на'риф аль-джаваба ан хазихи шубха.
لأنهم يدلون بها. То есть все эти вещи не являются чем-то отдельным от пророка, отделенным, точнее, от пророка, алейхиссалату ассалям, то есть не являются с его тела. Хорошо, поэтому мы должны знать, братья, опровержение подобных сомнений, потому что это очень часто, хорошо, то есть приводят там и говорят и так далее, и тому подобное. Поэтому если тебя кто-нибудь спросит, хорошо, посланник, алейхиссалату ассалям, ты сказал, что можно им, то есть табаррук. Тогда в чем проблема его комнаты табаррук делать? А, в чем проблема? Почему? А? Почему? Ну, ширк, понятно. Ты говоришь ширк, а кто-то говорит не ширк. А почему именно? Мы же сказали, что посланник, алейхиссалату ассалям, можно им, хорошо, то есть можно было табарук или нет? Его, то есть брать его, то есть остатки и так далее. Когда он был жив, а после смерти, значит, нельзя. Как не пришло? Нет, как не пришло? То есть нельзя, нельзя та вещь, которую... А? Ну, хорошо, а его рубашка, например, или же, если, например, его кольцо и так далее. А? А. Да, то, что касается тела, то есть это не что-то, что с его тела, то есть баракат. Могила не с его тела, это земля, которую, наоборот, его закопали и закидали сверху. То есть это хоть и мы говорим, что это его могила, но то есть она не связана напрямую с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Но если это был бы волос, например, достоверно, что остался волос, как, например, после смерти посланника, алейхиссалату ассалям, люди пользовались его чашей, то есть его вещами, то есть хорошо, поэтому даже Абдулла ибн Масуд говорил то, что то есть как же быстро вы, то есть умма Мухаммада, как быстро вы обращаетесь пять. Ведь это посуда вашего посланника, алейхиссалату ассалям, до сих пор среди вас, вот она. То есть вы видите посуду посланника, алейхиссалату ассалям, он ей пользовался, он отсюда пил, кушал и так далее и тому подобное, и вы уже впадаете в бидаты и так далее. То есть такими вещами можно, если бы это было доказано. Но это, братья, все нуждается в чем? То есть эти вещи, чтобы доказать, что это действительно, то есть чаша пророка, алейхиссалям, волос пророка, сандалии пророка и так далее, алейхиссалату ассалям, это все нуждается в иснаде, подобно хадисам. И если с иснадом четко придет что-то, что оно действительно это было его там и так далее и тому подобное, тогда хорошо. То есть, но такого нету ничего, как сказали ученые, что это было еще со времен Османа, практически многие вещи были потеряны. Ва саллаллаху аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби аджмаин.